Всем доброе утро. Ну что, заждались? Сейчас. Давайте все по порядку. Ну что, мои хорошие, как ночь провели? Вчера в 4 часа дня убрала от них зерносмесь гранулированную и поставила вот в таком количестве дробленую пшеницу. Думаю, ну голод не тетка. Кушать-то хочется, будут есть. Нет, ребята, не хотят есть теперь пшеницу, хотя она была излюбленным блюдом моих цыплят. Подавай комбикорм. Ну, давайте посмотрим, как они его едят. Купила с доставкой от этого производителя. Не комбикорм. Это просто у меня такой, скажем так, пакет. Зерносмесь. Я уже рассказывала о ней в коротком видео. Вот такая гранулированная зерносмесь. Ребят, вот честно, пахнет печеньками. Вот до того вкусненько и приятненько. И птица сразу полюбила эту смесь и не хочет есть обыкновенное зерно. Капризничает. Ну, сейчас. Что ж, не буду я вас голодом морить. Ну, вот она какая. Милости просим, приятного аппетита. Я думаю, вы видите, с каким удовольствием они едят эту зерносмесь. А к пшенице даже никто не подходит. Здесь у меня барневельдеры и билифельдеры. Птичкам уже 4 месяца, уже пятый пошел. Выращивала птицу на разных комбикормах. Последний был у меня алтайский корм. Не скажу, что они очень его хорошо ели. Всегда, когда покупаю корм, я пробую его сначала на запах. Если ничего такого отталкивающего нет, я обязательно пробую на язык. В алтайском корме, конечно, очень много гречки. Гречки, он темный. Ну, птичка ела его. Дима хороший. Но этот корм, наверное, самый вкусный для птицы. Еще раз повторю, что это не реклама. Я констатирую факт. Очень нравится этот комбикорм. Едят его с удовольствием. Да вы и сами видите, что вам рассказывать. Ну, пойдемте остальных птиц кормить. Все, кушайте. Выпускаю маранов во двор погулять. Идите, мои хорошие, выходите. Засиделись? Выходите, выходите. Они умнички, знают, куда надо идти. На травку. Это черный австралорп. Посмотрите, что творится, а? Ну, пойдемте вместе с ними. Пошли, 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 мои хорошие. Давай, 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 давай. Давай, мои хорошие. Сейчас я им поставлю комбикорм и водичку. Сейчас я вам покажу, как мои мараны любят кабачок. Посмотрите, они уже пришли. Ну, пошли, пошли. Птица любит кабачок,
Летом тем более. И витаминов здесь много. Минералов всяких. Да, мы хорошие. Выросли мои мараны. Большие, серьезные. Нравятся мне они. Но когда едят кабачок, их невозможно погладить. Они не даются, потому что первым делом еда. Ну что, вкусно? Вкусно, да? Вкусно? Засиделись. Ночь хоть и короткая. Вот это петушок, а это курочка. Спина широкая. Чувствуется, что птичка будет очень большая. Птичка будет серьезная. Поэтому я их немножечко, не то что тискаю, они не даются, а внимание им уделяю. Мои красавчики. Мои красавчики. Ну, ешьте. Так, здесь у нас амерукана разных возрастов. Убираю петушков. Посмотрю, кого оставить. Очень жаль, что у меня после белки остался белый петушок. Я почему-то думала, что будет курочка. К сожалению, петушок. Ну, скорее всего, он останется у меня на племя. Курочек будет немного. Посмотрю, что будет с этой птицей. Мне хватит. Так, переходим к взрослой птице. Здесь у меня доминант 107, грисбары. Ну, а с ними я уже, конечно, все решила. В октябре, когда моя молодая птица начнет нестись, это все стадо будет убрано. Ну, таковы реалии жизни. Во-первых, их негде держать. Во-вторых, уже, скажем так, не та производительность. Здесь у меня гуляют мини-мясные палевые. О, застеснялись, все убежали. А про кого я буду рассказывать, а? Все убежали. Лето, жарко, открываем окна. Вот они мои. Курочек, к сожалению, только 5. Но ничего, дай бог, мы их разведем. Маленькие, низенькие. Такие, знаете, сбитенькие толстушечки. Ножки короткие. Очень общительные, приятные, не агрессивная птица. Мне это очень нравится. Вот, моя хорошая, попозируй. И несмотря на свою вот такую комплекцию, вот сбитенькие такие, да? Они очень мало кушают. Они такие малоежки. Вроде бы и активные, а едят мало. Тоже неплохо. А яйцо, как вы помните, я покупала инкубационное яйцо. По размерам было неплохое. Вот они, Петровичи. Пока присматриваюсь, кого мне оставить. Ну, в любом случае, на 5 я 2 петушка оставлю. Вот, посмотрите, как ходят мараны. Чисто бройлера. Чувствуется, что у них такая вот стать. Да? Думаю, во взрослом возрасте у них будет хороший вес. Едят. Ну, ешьте. Так, сюда мы не пойдем. Вам пока этого выгульника хватит. Гуляйте. Так, что у нас здесь? Ну, хорошо, поели, да? Поели? Ну как? Жизнь хороша, а? Такие статные петухи.
Вот такие вот хорошо развитые будут оставлены на племя. Этот чуточку отстает. Естественно, пойдет в супчик Барни Вельдера. Жаль, что не могу вам показать их красивое оперение. Оно очень красивое на солнце. Особенно красивое у курочек. Это амерукаша, да? Только среди этой породы он забыл, что он амерукан. Абсолютно добродушная птица. Хороший мальчишка. Дается гладиться. Не сопротивляется. Вот такой у него длинный-длинный хвостик. Красавчик мой. Красавчик. Да что ж ты мне мешаешь-то? Я хочу поесть, а? Мой мальчик такой. Мой мальчик. Перышко прям блестит. Красивое. Ну, покажите вы свои перышки, а? Вот какие они красавчики. Ну, девчонок это вообще сплошная симметрия и красота. Ну, вот так, ребята. Жизнь продолжается. Ну что? Кушаем? Иди, иди. Видели? Он красавчик. Он хороший. Он хороший такой. Он хороший. Иди, иди. Ну вот так, ребята. Хотела снять короткое видео, получилось длинное, как всегда. Всем удачи. Всем всего самого доброго. До свидания. До свидания.